Друзья, я Дмитрий Данилов. Сейчас я прочитаю отрывок из моего нового романа «Саша, привет». Сережа и Антон выходят из камеры. Дверь камеры захлопывается с электронным писком. «Вот сюда, пожалуйста», — говорит мягко Антон. И они идут по светлому коридору и выходят в другой коридор. Сережа сразу понимает и узнает, что это именно тот коридор. Сережа и Антон, контролирующие Сережу, оказываются в начале коридора. Того самого коридора. Антон бодро. «Сергей Петрович, пожалуйста, вот сюда, на эту белую полосу. Вам надо идти по этой белой полосе. Просто идти туда, вперед». «Это вот она, полоса для расстрела?» «Сергей Петрович, давайте не будем уточнять. Вы все правильно понимаете. Пожалуйста, становитесь на белую полосу». «И надо будет по ней идти?» «Да, Сергей Петрович, вы все правильно понимаете. Вы уже прошли инструктаж. Давайте начнем». «А вы где пойдете?» «Я пойду параллельным курсом. Вот, видите, синяя такая полоса. Вот я пойду там». Сережа оборачивается и видит у себя за спиной белый пулемет. «Это вот он?» «Сергей Петрович, ну вы же инструктаж проходили, все уже знаете в основном. Давайте мы с вами пойдем, вы не бойтесь». Антон делает шаг к Сереже. Сережа совершает целый ряд судорожных движений. Наверное, их не обязательно описывать подробно. Можно просто представить человека, который отчаянно не хочет что-нибудь делать, и кричит, и сжимается в комок, и безнадежно сопротивляется. Все это совершенно бесполезно и безнадежно. Антон говорит в рацию. «Саша, неблагодарность». В ту же секунду из невидимых дверей выбегает несколько охранников. Один из них толкает что-то в виде инвалидной коляски. Охранники окружают Сережу. Он моментально, даже ничего не заметив, оказывается пристегнутым к креслу типа инвалидного. Все охранники отходят в сторону за синюю полосу. Сережа издает какие-то звуки, пытается сопротивляться. Все это не очень интересно. Антон встает за спиной Сережи, выкатывает его на белую полосу, с силой толкает. Сережа скрючивается, что-то кричит, в общем, ведет себя как человек под дулом оружия, которое может и должно его застрелить. Думаю, не стоит подробно воспроизводить эту сцену. Пусть каждый станет сам для себя режиссером, пусть каждый закроет глаза и представит себе эту сцену. Кажется, это гораздо эффективнее, чем описывать все это. Сережа, привязанный к инвалидной коляске, проезжает по отмеченной красной зоне. Это зона поражения, именно туда стреляет пулемет. Ничего страшного не происходит, пулемет не стреляет. Антон освобождает Сережу от удерживающих ремней. «Но видите, все хорошо. Мы не могли вам сказать по условиям нашей работы, но в первый раз Саша не стреляет». «Саша? Это кто Саша?» «Саша — это пулемет. Мы его так зовем. Саша».